Нам режим Назарбаева пытается диктовать, во что верить, как себя вести и молчать. Но никто не может запретить казахстанцам мечтать, чувствовать и быть человеком. А если мы будем бояться требовать свои человеческие права, то мы уже рабы. Требую в поддержку населения и бизнеса каждому жителю Казахстана выплатить по 50 тысяч тенге, включая младенцев, с 1 мая по 1 сентября 2020 года. Всем медработникам выплатить дополнительное вознаграждение 100 тысяч тенге. А медработникам, заразившимся коронавирусом, выплатить 500 тысяч тенге. Оплатить проценты по кредитным договорам физических лиц во всех банках страны. Оплатить проценты по кредитным договорам юридических лиц во всех банках страны. Снизить цены на бензин, на дизельное топливо, на газ минимум в 2 раза. Отменить все пошлины на ввоз любых товаров из-за пределов Казахстана. Люди, не молчите, требуйте свои права. Требуйте, чтобы этот режим выплатил вам по 50 тысяч тенге и вашим детям. Наши дети тоже хотят кушать. Помимо этого, им нужны и памперсы, и другие принадлежности. На что это все покупать? Они раздали вчера по 361 ненужным предприятиям, которые вернули эти деньги бюджетные в свои карманы. Требуйте, чтобы раздали народные деньги народу в такой кризис. Требую. Алга ДВК, алга Казахстан.